Кром, привет. Ого, привет, братка, привет. Как дела? Нормально, сам. Уже намного лучше, говорит боец с позывным «Марсель». В госпитале солдата быстро поставили на ноги после тяжелого ранения. Но помогали не только врачи. Роман Авдоян – один из тех, кто как раз поддержал бойца, когда тот лечился. Навестить и поблагодарить мужчину лично было делом чести, говорит «Марсель». Обратился к Роману с помощью о том, что мне необходимы вещи, поскольку я лежу в госпитале, выйти никуда не могу. Рома, Татьяна, Сурен – быстро помогли мне. Ребята приехали из Белгорода. Они позвонили в Белгород знакомым. Мне с Белгорода вообще все быстро привезли. И одежду привезли, и рюкзак привезли. Я очень сильно благодарен этим людям. За время нахождения на СВО нижнекамец был трижды ранен. Одно из них он получил в сражении за город Лиман. Во время боя он был на волосок от смерти. Под его ноги с квадрокоптера сбросили гранату. В этот момент я закрыл глаза, говорит Марсель. Подумал о семье и маленьком сыне. Я хочу быть рядом с ним и хочу видеть, как он живет, растет, так скажем, и радуется жизни. Я схватился просто за свой оберег. Это оберег, который... Одежда принадлежит моему сыну, распашонка маленькая. Все ребята у меня знали про нее. Я схватился просто за нее, закрыл глаза, глаза открываю, а она не сработала. И в этот момент я стал стрелять по дрону. Сзади другой дрон облетел, кинул, и получил я в результате ранения. Боец говорит, это было настоящее чудо. Сейчас он вновь готовится отправиться на передовую. Марселю сегодня показали часть новой партии помощи для наших солдат. Ее подготовили волонтеры группы «Гуманитарка Татарстан». Всем спасибо большое, прям пользуюсь случаем, всем скажу, всему Нижнекамску, всем ребятам, которые помогают, прям спасибо, низкий поклон всем за эту помощь. Постоянно благодарности в адрес волонтеров приходят и от наших бойцов. Как говорят ребята, с такой поддержкой враг точно будет разбит, и победа будет за нами. Александр Халин, новости НТР.